Колючий ветер такой, что не взять тебя рукой, что не взять тебя рукой. Как можно ежика взять? Перчатки. А еще он и перчатку проколет. У него длинные иголки. Полотенцем можно, правильно? Да. Тряпочкой и полотенцем можно поймать. Он сворачивается в клубок. А это ваша любимая что? Елка. Новогодняя елка тоже на букву Ё. А это матрешки. Матрешки. Новогодние игрушки. Матрешки. Елка, ежик. На букву Е и Ё мало слов. Да? Давайте вспомним тетушку Сову. Что она вам рассказывала на букву Е? Какие слова на букву Е звучат? Ягодка, еда. Еда. Е не ягодка, а как ягода называлась? Ежевика. На Е должна быть правильно, молодцы. Еще раз про ежика расскажем? Да. Давай. Ёж сердит. Ёж сердит, а ведь это